положить, а его тут нет. Этот стат намного плавнее того. А? Стат намного плавнее, чем тот, который у меня был. Ну, который у меня валяется в машине. Или дома уже валяется. А он сейчас ничего не стоит. Он слишком старый, модель очень, очень старый. А этот намного плавнее так водит. Правда, ну тяжелее в 3 раза. Ну как бы на велодорожке не паркуется, но при этом так парковаться все равно нельзя. Как бы одна фигня нарушает. И так нарушает. Так нельзя вдоль велодорожки парковаться. Потому что. Вот так-то точно нельзя. Здесь просто никто не ездит. Снять самый долгий. Банан едает чайки. Он летит. Бедного голубя засмущало. Ему, по-моему, вообще насрать. Он уже готовится подлететь. Не хочется. Наташа. Сзади едут. Что по дорожкам едут? Просто не в курсе, что это. Или какой-то. Там, кстати, какие-то концерты тоже устраиваются время по выходным. Вернее, раньше.
Муравьед есть муравьев. Прислали мне письмо с этими коляски там новые, там матрасы, эту хрень эту. Когда-нибудь получат, отдадут. Чё похолодало? Ты сейчас уйдет, там облачко проплывет. Чайки не стремались, загорались. Вечная реставрация. Волшебная кнопка нажал. Все, в одну сторону смотри. Отпустил, перевел. Нажал. Деньги большие. Вон где эти? Карколки. Каркуши. Наташа? Ага. Ты неумелый. Не ловит, да? Нет, на море. Они в воде там. Ну да.
Но в любом случае, в этой стране. Смотри, какой покоцан. Дело, говорю, покоцан. С той стороны оставлю, чтобы справа сложнее было. Я в том дворике был, там кофеёк наливает. Может, как пойдём? Ну, если хочешь, тогда посчитаешь. Не закрывалась. Ну, как бы это ты на странно. Я вижу, что это он сам туда.
зеркала заднего не работают. Я расслабляюсь. На каждом мосту надо переходить 3 раза. Или по той стороне? Ну, в смысле, по той стороне.
еще один ролик про Питер запилил. По улице Рубинштейна хотя. Типа там не развернуться, все запарковано. Надо эту улицу вообще для пешеходов сделать. Говорит, мы проект подготовим. Типа там правительство куда-то там зашлют. Надо продавцов плюшек искать. Там же это музей современного искусства. Что-то.
Серег. Что, горячий шоколад у них типа есть? Это же еда. Ну? С молоком. Они же такие были. Думаешь, это поддельные? Нет, не знаю. Это, наверное, исторические такие были. А вот окна уже явно не... Хотя нет, деревянные здесь сохранились.
высоко? Там... Это просто Сергио Рамбо. Там, там наверху книжные шкафы большие. Ну, может быть, но просто... Вон надпись. Может, за 150 или даже за 200. Где-то вот здесь, ну, на этой улице, у меня Hyundai закипел. Потому что подключился вентилятор штекер со скачок. Я там с улицы выдаю жидкость. Дребезжится. Со жрачкой рядом. Грохот? Ага, там уже куча всего. Чего-чего? Вудмана был кастинг. Какого Вудмана? Знаешь, кто это такой? Нет. Проститутыш.
конечно. Ну, это порнуху снимать, все интервью уберете. Энджи рассказывает, рассказывает. Порнуши, все, что. Тоже неплохо. Thank you.